Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Приветствуем вас на канале На Бэхе! И, как говорится, начнем с цитаты великих людей. Прокачал твою жопу, ты по-другому стала пердеть. У нас сегодня OG Buddha. И, короче, как это называется альбом? И, короче, я понял прикол, когда мы послушали первую часть 05, которая, что оказывается, называется «Пох ваще». Понял? А. Типа «Пох ваще». Да нет, это же вообще, подожди. Я тебе говорю. В этом прикол. Да? Пох это ваще. Же я смотрел, это какой-то там... Что я сказал, что типа это что-то от Йита? Пох ваще. Может быть, типа, есть и отсылка к Литу, но читают все, типа, и Будда даже. Пох ваще. Пох ваще. Я даже об этом не подумал, когда мы в прошлый раз записывали альбом «Мясо держитесь». Ну, дай бог, потому что я, в принципе, читал отзывы, и не такие они прям... И даже у нас в телеграм-канале, поэтому... Подпишитесь, кстати, на телеграм-канал. Голосование сделал, и в комментах писали, типа, что никто не восхищался, прям пиздец. Поэтому не знаю, что ждать, но чего ждать, просто будем слушать. Есть клипец, есть, как всегда, видео, муд-видео от Будды. Мне, кстати, нравится, что он так делает всегда. Нравится? Муд-видео, да, прикольно будет. Ну, нам так проще, как минимум, точно, но и прикольно встретить. Но у него же там все треки, а первый Порш идет с клипом, поэтому мы начнем с клипа. И гоу слушать. Ох, вообще. 1.0, или тут даже не написано 1.0, было, было 0.5, теперь просто похлаще. Большой бизнес, мы большие дяди, и большие деньги, и большие бляди, и базарю свое дерьмо, ты меня заткнешь вряд ли. Все так же районы, кварталы, убийцы на связи. Мала еще будучи по приняли. Задел чувство брока, но мне вообще плохо сами не царь. Малолетка хочет движения, но я для этого уже старый. Меня не врубят пареньки, для них я уже странный. Now I'm give no fuck. Раньше был любви обильный, but now I'm give no love. Все стало фиолетово, как мой double cup. Я ебашил за двоих, я сделал тебе блок. Много места для ног, это Big Body G-Lisky. Давно в этом рэп-дерьме еще писался на диски. Когда во мне оки, я грущу по-другому. Когда на мне глоки, я хожу по-другому. Порш стоит снаружи, греется на солнце. Ты нас ненавидишь, ага, мы подонки. Ты не мой братишка, мафак, я не вернул. Говори со мной на вы, да я big boy, да я big homie. Как вы за 5 лямов, вы они щаумы. Взял братишки тоже, ведь я помню свои корни. Не могу с тобой ебаться, ты шутка, ты корни. Каждый второй орёт, что он голд считает, как порч. Ты хотя бы больше, что это спорта. То, как мы ребёнка, можно было бы снять порно. Так много воды, малыши, будто бы спорта. Ровен тебя в хуйне, загасился, да это подло. Я не могу доверять делом. Живу под светом, с коктейлем. Такой заказ со мной только чтобы заебанный пришель. Порш стоит снаружи, греется Кристина, его владелец, но он сам. Порш стоит снаружи, греется на солнце. Ты нас ненавидишь, ага, мы подонки. Ты не мой братишка, мафак, я он even know. Говори со мной на вы, да я big boy, да я big homie. Котлы за 5 лямов и они Xiaomi. Взял братишки тоже, ведь я помню свой корни. С тобой ебаться, ты шутка, ты корни. Каждый второй орёт, что он легенда, ты... понятно.
Бля, я вообще не понял, что произошло в этом. Тут такая что-то мешанина была. Во-первых, и по видео, и по самому треку что-то вначале непонятное было. Что-то он там... Я вообще не понял, что он поёт, но охуенно мне зашло трек. Я текст нихуя не понял. Ну, короче, прикол в том, что я ничего не понял, но и очень интересно, как говорится. Очень хорошо было сделано. Ну, блядь, и типа продакшн вообще охуенный, видос охуенный был. И, кстати, я начинал немножко Ейта послушать, просто мне, ну, такой стиль вообще не послушал на английском. Очень похоже, прям даже по голосу даже, типа, ну, это же не обычный его голос. No. Это no, прям голос Ейта даже один в один. Но мне трек зашло, типа, интересно, клип вообще охуенно, типа, очень прикольный эффект. Типа, конечно, у Морген был лучшие эффекты. Не, вот ну, перед, блин, может, это машина там. Там клип ебанутых денег стоил. Да, но это охуенно, тоже было охуенно сделано вообще. Да, я рассказал, я знаю, я хотел сейчас об этом бэхе сказать, типа, что... Только не футбол он играл, а хоккей играл, как он сказал. Короче, обладает, играл в детстве хоккей. Всегда говорит, сказал о том, что у него был 17 номер. Обладает или очень? Обладает. А. И у него всегда был 17 номер. И у него в альбоме 17 треков, то есть его любимое число. И тут, короче, когда Буда едет по полю, сбивает игроков, там типа все футболисты под номером 17. Я не заметил, кстати. Типа, это помнишь, он уже отсылался к нему, типа... Да, да, да. Там что-то было, обладает, да. Согласен, даже на серебро, что-то типа того было. Да-да-да, я это читал в тренде, я сам клип не смотрел, но этот вырезку смотрел и читал. Прикольно. Прикольная хуйня, да, он вечно его подкалывает. Но я вообще не выкупил, короче, я полностью не прочувствовал это, но почувствовал, что это охуенно, но не понял, почему. Просто вот как-то внутри, потому что я ни текста, ни хуя... Это современная музыка. Я не понял ни хуя текста, и как что-то там... Лоу какой-то непонятный был, но это так прикольно было. Yeah. И переходики какие-то пиздатые. Бля, единственная проблема. И благодаря клипу это намного лучше звучало. Да, да, единственная проблема сейчас, ну, всегда, типа, мы послушаем, так, ну, даже на прошлом альбоме, два первые треки, типа, три, четыре, там, интересно, а потом то же самое продолжается. Уже нам не интересно, потому что он то же самое делает, пацан. Ну, сейчас посмотрим. Ну, блин, была это такая разнообразие было, да? Да, это охуенный трек. А кто был на фоне, там, чувак в очках стоял? А, на видео, я не знаю. Да, нет, нормально. Думал, кто-то тоже из этих опиума, но... Короче... Наверное, продюсер был, не знаю. Будем кто знает, пишите комментарии. Будем смотреть дальше по дефолтному видосу Гриши под альбому. И там и слушать треки. Да, сильно выглядит это студия. Первый пропускали мы, а второй уже начинаем отсюда. Очень сильно выглядит студию. С 3.24 начинаем второй трек. Мы даже, кстати, давай на туре так сделаем. Мы там примерно, я видел, конечно, какие фиты и так далее. Но мы вот просто запустим вот это видео без лирикса. И будем слушать, и мы не будем знать, как называется сейчас трек. Мы не будем знать, кто на фите. И просто будет для нас как... ну, кстати, да. Как сюрприз. Как лирику читаем, типа, может... Не да. Чувствую музыку полностью. Часто такое бывает, когда ты пытаешься лирику сосредоточиться, не чувствуешь музыку. А тяжело, особенно тяжело, когда бэха читают на русском, еще тяжелее, то... Можно не прочувствовать. А так мы даже не будем знать, какой трек, не будем знать, какой, с кем фит. Не знаем даже, какой альбом. Не, альбом знаем, похуй вообще. Погнали, короче. Кто поет дальше? Вся наша жизнь — это гребаный квест. Квест. Слава богу, что я смог поднять гребаный сыр. Чиз. Ты же знаешь, на битах я зверь. Биз. У меня то, что не купишь за деньги. Свайп. Рейс. Я же не пишу, посмотри на мое запястье. Потратил 5 лямов на рейс. Я так давно не виделся со своими пацанами. Сука, я карьерист. Биг бой, салют, мой юрист. Если ты обиделся, можешь подать на меня иск. Типа, что тянули меня вниз, я вычитал. Я поставил на них икс. Мне нужен не тебе, не икс. На видах трюк, бимикс. Я на Фрайде, я димикс. Ты звучишь, как на меня ремикс. I know that you hating on me. I know that you sucking dicks. А большие деньги изменили то, как я думаю. Все эти суки изменили то, как я чувствую. Так много денег, меня на серьезе страшат. Я чё, иллюминат? Так много денег на хате. Теперь мраморный пол, сука, нахуй ламинат. И биг стоппер. Биг стекс. Я живу этим дерьмом, отдаю ему весь. Я бы раньше простил, но сейчас ждет меня месть. Это тебя только что нахуй послал отсядь. Вся наша жизнь — это гребаный квест, квест. Слава богу, что я смог поднять гребаный сыр, чиз. Ты же знаешь, на битах я зверь, бист.
У меня то, что не купишь за деньги, swag, riz. Я же не бежу, посмотри на мою запястье, потратил котлявок на вес. Я так давно не виделся со своими пацанами, сука, я карьерист. Бегой салют, мой юрист, если ты обиделся, можешь подать на меня иск. Типа, что тянули меня вниз, я вычитал, я поставил на них икс. Как-то он сам даже не сильно кайфует. Чего у него нету тайм-кодов? Чего у него нет тайм-кодов на видео? Короче, этот звучал трек послабее намного, чем первый. Не знаю, мне зашло. Но, короче, в начале мне вообще не зашло, что-то слушай. А потом в конце я просто, типа, пытался вникнуть, и мне понравилось. Под конец мне уже понравилось. Но слабее, чем первый, все равно. Да, слабее, но все равно. Я жду сказать, но, блин, пока лучше, чем... Ох, ваше 0.5. Ну, а ты понимаешь, треки, которые не вошли туда. Это... Да, но пока не знаю, мне понравилось. Причем, я не знаю, думал это из-за того, что пока это новый, типа сейчас 4-5 треков послушаем. Но пока все нравится, типа, все качественно сделано там. Ну, прикольно играть своим голосом. Но он обычно сильнее кайфует от треков. Сейчас да, он так что-то сейчас... в телефоне вмыкал там потом. Да, кто-то там какое-то сообщение ему написал. Да, он общался, типа. Но, кстати, у него всегда биты охуенно выбирают, типа, не знаю, этого покупают у кого-то, потому что там английские теги постоянно. Сильно, тут такой какой-то цветокор стоит, да, из-за этого все фиолетовое такое прикольное. Прикольно. Ладно, это же хуйня, как у нас, по-моему, не что-то другое. Похоже. Да. У нас тоже студия так выглядит. Да, почти. Только у него кровати не хватает. Да. Что там в комментариях? Да я буду читать. А, здорово, Вася, P2. Здорово. Погнали дальше. Привет, да, это Биг Бой на микрофоне. Я только хочу драмы, я только хочу ссоры. Иди нахуй, меня питают законы. Йо. Против меня нынче пишут законы. Биг Бой, рок-звезда, да я типа Доры. Килограммы превратились в тонны. Йо. Такова же свет, бэби, закрой шторы. Прихожу с грозой, приношу штормы. Ты долбоёб, если не знаешь, кто мы. Йо. Прямо в твои поры через мониторы. Я был на бровке, теперь все мажоры. Карманы толстые, а не обжоры. Уже в этом мой следующий сольный фил. Буду молодой Василий Михайлович. Я не пытался заклеить рот, мне на ограничения лишь вдохновляют. Я могу взять и полотнуть на Биг Баре, но походу, что это ты не знаешь. Я могу взять и уехать с другой дойти. Типа суть для меня ничего не значит. Трахаю сучек, я давно не драчу. Стал зарабатывать столько, что я клянусь, уже не замечаю, сколько трачу. Бегу я живу на студии, я отвечаю, здесь не просто начу. Могу послать нахуй я слуги, и мне ничего не будет, делаю, что хочу. Привет, да, это Биг Бой на микрофоне. Я только хочу драмы, я только хочу ссоры. Иди нахуй, меня питают законы. Йо. Против меня нынче пишут законы. И порог звезда, да я типа Доры. Килограммы превратились в тонны. Йо. Таковой же свет, бэби, закрой шторы. Прихожу с грозой, приношу штормы. Ты долбоёб, если не знаешь, кто мы. Йо. Прямо в твои поры через мониторы. Я был на бровке, теперь все мажоры. Карманы толстые, а не обжоры. Йо. Новый, тяжело совить, тут у меня нет тайм-кода, вот когда новый начинается. Да, да, да. А, мне припев вообще не зашло, если честно. А, но по структуре, кстати, по контексту нет, не могу. Но первый куплет мне очень флоу зашло. Но это тоже считается слабее даже, чем второй. Это слабее и так было, что и чем и первый, и чем второй. Как-то да, никакого там интереса не вызвал. Не в начале, бит меня не очень зашло, типа, но когда там, да, обычный там флоу или что такое, но бит иногда, типа, тянет трек, типа, нормально, а тут бит тоже не. А что он увеличивает звук, но у нас вообще ничего не поменяется. Для себя меняет. Да, он все равно по-любому там стоит сунутый звук, вряд ли он оттуда. Типа, для себя кайфовать. Кайфоват. Посчитаем, что... А, ты считаешь. Я считаю, что этот речок мимо прошлого уши, да, плюс. Да, прошлое и первое пока... Сидней, Let's go. Я буду после трека заглядывать иногда, если будут фиты какие-то, если мы не будем понимать, кто с кем это, ну погнали.
буду в трек-ліст заглядати, так ми не знаємо. Сам помню вниз, хоть и забрались ввысь. Малая, поклянись, что я вам не просто артист. 8 утра не спим, произошло пару убийств. Тут уже ему больше нравится. Мешаю Диор и Романка, я гребаный хайбист. То, как ты делаешь это, я раньше такого не видел. Эй, рэперы пишут релиз, хуй знает сколько, братик, выпусти хоть сингл. Эй, рэперам не дают слуги, приходится вставлять свою инсту в тиндер. Эй, челы отменяют сообщухи, типа не писал на все вилы. Челы отменяют сообщухи, типа не писал, но я вижу, что ты пишешь. Челы не дропают треки, сравнивают с моими, конечно же, мои пизжи. Челы хотят, как я буду, но похуй, больше всего по ней хотели, как Гриша. Мне нужен кэш и наследие, тёлки и фейм, это бонус от движа. Я MVP, но ломаюсь, как будто Ди Роуз, а мне нужны те лекарства. Красный стакан, и мне ещё нужна красная банка, я будто бы Карлсон. Малыш, не дам тебе ничего, ты мне понравилась. Первую ночь мы с тобой не трогали. Не крутит же в облик, как будто ты актер. Не хочет, как я, но ведь он только парадис. Умираю каждую сессию, будто Путин. Уверена, вы я бываю смерть, как кэшу, но я заработан. Фак, указы, думаю, выжди законов. Мои пули стали шире, теперь они реально выжди законов. Хоть и забрались ввысь, малая, покрепни, что вам не просто артист. 8 утра не спим, произошло пару убийств. Мешаю Диор и Романка, я гребаный хайбист. То, как ты делаешь это, по-моему, был фит, потому что я видел, что 4-й трек вроде как фит он был. Но... С кем? Никто тут... Foreign Way. Вообще не понял. Я в моменте что-то как будто подумал, Будда не Будда, но вроде все Будда как будто был. Привет, Алина. Привет. Мне 0.5 больше зашел. Foreign напомнил мое там. Мне вообще как будто Foreign напомнил Будду. Так, вот же Будда машина номер 2, а Бэха машина номер 1. Спасибо, Димон. Мужики, здорово. Спасибо, Димон. Приятного. Бля, тут мне, типа, бит был интересен, но его флоу как-то, типа, медленно. Очень медленно был, типа, да. Из-за этого вот. Энергия мало, типа, ну, то, что считаю в этом жанре, в этом, типа, движухе, это энергия, что прям, да. Типа, люди качались. А типа такого не было на этом треке. Вот первый трек, типа, сразу начинается. Но прикол в том, что ему это нравится. Он любит это. Кстати, да, когда я тоже заметил, что ему вообще этот трек очень нравится. Он начал первый раз смотрел камеру даже там. Снял кофту и начал да. Что-то там. Волосы поправил. Звука. Да. Ему звучок тут нравится. Но мне тоже не заходит такой вот медленный флоу. Да, да. И малышка смотрит. Мне такое не очень нравится от Будды. Но... Чё? Вообще неплохой трек. Лучше, чем прошлый, точно, yeah. Но все равно пока чуть-чуть не то. Yeah, я ради тебя хоть умру, хоть убью человека. I love you, 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 это бесконечно. Ты реально тот самый рарный айтем, бэйби, ты реально мета. Так грустно и пусто, воды темноте, но ты в ней как лучик света. Turn up, грустил о тебе и записал до трека. Turn up. Ты мой брат, ты мой твизи, ты моя коллега. Тема. Если в тебе алка, дурь или аптека. Тема. Песня от сердца, поэтому на века. Брус, брус. Пою о тебе песни брус. Пою о тебе песни брус. Я же дам тебе поле, мы налегом бросим, чтобы ты пошла купила чай. То, что я врач, как смокер, это официально, конечно, мне очень к лицу смотрит. Не знаю, из тренда ушла вся пиздатая газировка, больше не с чем мешать, окей. Я сейчас сижу, курю на студии и думаю о тебе, когда пишу эти строки. Снова трючок о тебе, тян. Это Диор на тебе, тян. Каждый второй мечтой за тебе, тян. С подругой вы дороже еще вдвойне, тян. Я ради тебя хоть умру, хоть убью человека. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you,
это бесконечно. Ты реально тот самый рарный айтем, бэйби, ты реально мета. Так грустно и пусто в этой темноте, но ты мне как лучик света. Тяна, грустил о тебе и записал до трека. Тяна, ты мой брат, ты мой твизи, ты моя коллега. Тяна, если в тебе алка, дурь или аптека. Тяна, проспрошу. Новая фича от Ютуба, блядь. Короче, новая фича от Ютуба, когда зажимаешь, ускоряется x2 видео. А я типа хотел стопать и зажал, думаю, до момента, как трек закончится, хотел стопнуть, а оно еще не заканчивалось. Блядь, я не знаю, мало чего могу сказать вообще про треков. Они большинство в одном и том же стиле, и поэтому типа не может там, допустим, разбирать там, что там по инструментали. Мне этот понравился, блядь. Не, нравится, но типа прям там, я не знаю, какой-то технический этим еще надо сказать, потому что все бити типа в одном стиле и... Нью-джазик. Какой нью-джаз? Нью-джаз. Да не, это не нью-джаз. Да, итовские биты — это нью-джаз. Не знаю, короче, как это называется. Нью-джаз. Ну биты в стиле ит — это нью-джаз. А, ну тогда, ну блядь, типа реально они все... Да, на джаз вообще не похоже, но он нью-джаз. Да, да, но... Белый душнило. Yeah. Это я. Короче, а вот, что, типа, я говорю, все одинаковые, типа там, ну, с какие-то... Ну, причем... мне этот трек выделялся для меня, мне понравилось. Выделялся? Ладно, ладно. Ну, ну. Мне пока первый трек самый душнило. Не, понятно, но мне хочется первый трек еще переслушать, чтобы его словить полностью вайб. Потому что мне понравилось, но я не понял, почему. Типа, ну, надо переслушать еще будет потом. Ладно, погнали дальше. Ид, тайпи. Он сел уже, это пиздец. Ну вставай, бля. О. Он уже когда громче, типа. Я даже не буду говорить лицом, музыка за меня скажет. О, хорошо. Моя ругается, так просит трезвости на всю жизнь доказан. Пацаны что-то стоят, мемы с майкшем, мы им как читать покажем. Данек живет во мне, если пары кончатся, он всегда мне подскажет. Дикая башня, да похуй, это моя жизнь, буду петь об этом в каждом троне. Дикая башня, да похуй, я сияю ярче всех, даже сзади на байке. Классика жанра, на мне шахажанка, конечно, смехом и подъеду на байке. Дикая башня, да дикая башня, я раньше даже не мечтал об успехе. Я раньше был ёбаный брок, теперь я легенда, я гоу. Чужой похуй, пишу хитрый ноут, сука, это смерть и смут. Я прокатился в лук. Когда дроп? Деньги либо музыку. Я говорю, либо нежность, либо улицу. Я даже не буду говорить лицом, музыка за меня скажет. Малая ругается, так просит трезвости на всю жизнь доказан. Пацаны что-то стоят, мемы с майкшем, мы им как читать покажем. Данек живет во мне, если пары кончатся, он всегда мне подскажет. Дикая башня, да похуй, это моя жизнь, буду петь об этом в каждом троне. Дикая башня, да похуй, я сияю ярче всех, даже сзади на байке. Классика жанра, на мне шахажанка, конечно, смехом и подъеду на байке. Дикая башня, да дикая башня, я раньше даже не мечтал об успехе. Вот тут тебе можно сказать по технической части, да? Ну, это да, это как раз, этот трек мне очень отличается. Но это не из-за того, что, типа, он сказал на бэхе или что-то, но реально различается. Тут вообще прикольно было сделано. Первый раз вообще слышал, типа, такой звук, типа, это белый шум, типа, ну, его, типа, такой... Ну, даже начало, только бит начался, уже звучало по-другому. Да, и, слушай, бля, церковь стучит, надо закрыть окно. Сейчас. А с опиум начался опять.
Припев вообще классный, куплета практически нет. Весь трек припев. Ну, прикольно, это не, трек хорошо. Этот трек, кстати, зашел. Реально зашел. Я даже думал очки надеть. Да, он, я тоже думал. Типа он сразу только бит начался, уже зашел. Да, и да, потом да. Припев, который в моменте там в середине, мне вот хотелось дропа уже, а он что-то пошел вниз, как-то наоборот спускать. Типа он разгонял, и потом наоборот вниз пошел без дропа, а потом аж дроп сделал. Вот тут было чуть странно, но в общем трек плюс положительный. Да, этот, как там я видел название, гикаю мижаю, блядь, или что такое было. Сейчас прочитаю. Гикаю мажет. А, мажет. Это хороший трек, мне очень зашло. Ладно, погнали. У него всегда вообще смешные названия, еще с этого, когда мы слушали его этот детройтовский альбом, там тоже название, один смайликом написан, другой что-то. Да, да, да. Ладно, погнали. Фагуй хочет чё-то, вечно пиздит чё-то, вспоминает меня, убей кода, сука, молись с ними, я уже икона, моя малая биг бэйби, я не про Егора. Pull up in a big motherfucking body, pull up in a fucking tonka. Мои карманы бодипозитив, они жирные опа в тонко. Я и причина, по которой малая грустит, и еще плохо. Спишка, фото, камера, вечерний ролик с рекордом. Обращайся ко мне по имени и отчеству, ведь ты веришь в босса. Да, я сделал себе сам парень, я не просил помощи у Бога. Москва, став хуйня, я заебался, попросил помощи у Глока. Да ты знаешь, это эталон качества, если видишь рандом лого. На чем-нибудь эти рэперы потом, как-нибудь делай, пойми, между нами нет равенства. Суббота, 7 утра, я все въебал. Белый, ты знал, сколько я зарабатываю. Но эго не потешит твоей завистью. Можешь дальше питать свою фантазию, но между нами все равно нет равенства. Пробуй, ходишь, чё-то, файлы, пиздец, снова. Срезал его чёска, как у гопов прическа. Да я скучаю жестко по родным и дому. Фагбой хочет чё-то, вечно пиздит чё-то, вспоминает меня, убей кода. Сука, молись с ними, я уже икона. Моя малая биг бэйби, я не про Егора. Pull up in a big motherfucking body, pull up in a fucking tonka. Да. Мои карманы бодипозитив, они жирные опа в тонка. Да и причина, по которой малая грустит, и еще плохо. Спишка, фото, камера, вечерний ролик с рекордом. Это вообще рандом, мне люди придут, блядь. Он сидит там. Сидит там. Я тоже заценил. Это магазин, что или вообще, но красиво очень выглядит. Там вот, посмотри, кроссовки, типа футболки. Какая-то как будто басты, блядь. Это, кстати, хороший мув, типа, если это типа его там магазин новый открыл, и он типа как так рекламирует, охуенный типа способ маркетинга. Мне тоже строчка про тейпа зашла. Вообще, я не понял вообще. Моя малая биг бэйби, но я не про Егора. А. Я, кстати, слышал Big Baby, думал, он типа... Моя малая Big Baby, но я не про Егора. Там вообще прикольная рифма, оно звучало так, типа, икота, что-то там, посмотри на меня, я икона, типа, оно мне понравилось. Этот трек тоже хорошо был. Да, плюс. Но не скажу, что прям, типа... Вообще, если честно, мне кажется, зачастую зашел, не зашел трек либо альбом, зависит очень сильно от настроения. Вот мы как-то попали в этот вайб сейчас, и нам нравится. Возможно, в другой день, в другое время нам бы не заходило. Не знаю. Но и возможно, ну, и что, есть, и, возможно без лирикса, да, просто ты чувствуешь вайб больше, да, потому что... Как будто бы что-то есть похожее с 0.5 вейбом, но нам тогда мало чего позаходило. Сейчас, в принципе, плюс-минус ты ловишь вайб, когда ты не сосредотачиваешься на тексте. В принципе, и так понятно, главные планчи, строчки, все слышно, ну, понятно? Тебе да. Не, ну тоже... Не, ну мне похуй, типа, я даже, типа, когда считаю, не все понимаю, поэтому, типа, тут... Ну да. Не, я тоже, типа, не знаю, этот пока больше за что я тоже, типа, думал, блин, это из-за того, что мы просто слушаем, типа, без лирика, типа, ну... Чувствуем прям музыку или, ну, альбом просто лучше? Возможно, так. Летим дальше, погнали. Для тебя и все. Неужели без полет? Это от Сари Будда. Неужели я бесполезен?
тебя и все. Неужели я бесполезен? Неужели я хуже всех? Скажи, неужели я бесполезен? Для тебя и все. Неужели я бесполезен? Неужели я? У меня купюры, филки, деньги, называй как хочешь. Хозяева этой игры, но со мной мой брат, а не кореш. Со стороны все лучше всех, но клянусь, мне так нужна помощь. Живее всех живых, когда на публике, когда один дома овощ. Все, что я сделал для них, даже не услышал спасибо. То, что рос для них, и мне так красиво. Просто хочу быть собой, почему на меня смотрят криво, сука. Не советую курить, со мной так много дыма, будто криво, сука. О, неужели я бесполезен? Для тебя и все. Неужели я бесполезен? Неужели я хуже всех? Неужели я бесполезен? Бесполезен, бесполезен. Для тебя и все. Неужели я бесполезен? Как куда будет девушка? Как вампир стекает на асфальт, я его ловил. Бесполезен, бесполезный, мой язык на локаин. Ой, я не знаю. В этих легких так мало места, вызывай 01. Там дым, 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 дым. А без крови словно строчки этой песни. Мне этот трек очень нравился. Во-первых, он очень контрастный был по другим. И вообще вайб очень хороший. Прям представил, типа медленно едешь, снег идет. Вообще, походу, реально слушать лучше без лирикса. Намного лучше заходит. Если мы с лириксом, мог бы показаться трек скучноватым. Очень много раз он повторяет, неужели бесполезно? Но, бля, без лирикса слушал. Да, очень вайбовый, вообще очень вайбовый. Так, я уже, и охуенная строчка, которая меня тоже описывает. Типа, бля, я забыл, там, как он, типа, он, суть такая, что, типа, на людях я... Там пиздец веселый, и когда я дома, я овощ. Типа. Да. Понятно, что я не узнал, кто на фите, потому что на фите Синегдоха Монток. Ебать. Это второй? Ты второй человек, который типа... Да. Кстати, он не очень меня... Это час не очень дошел. Причем автотун на максимум в каком-то моменте просто вот такой звук будет. И он поет... Это пиздец был. Кирилл, мне не очень зашло. Кирилл пишет, вот что сказал Будда про чела на фите. Давно знаком с творчеством старичка, всегда очень импонировал. И вот родилась песня, на которой отчетливо его увидел и услышал. Экспериментальный чел, после пару прослушиваний, когда слушаешь его куплет, сразу мурашки полез. Да, ну да, сейчас пока его именно куплет тут не зашел, а Будда... Но для разнообразия... Типа, да, не, вообще, типа, в общем, хорошо выглядит. Чуть-чуть он, типа, сбил эту тему, неужели я бесполезный, и потом снова Будда, и в общем, звучало круто. Заебись. Очень вайбовый трек, очень вайбовый. Блин, я вообще придумал идею для клипа. Просто реально идешь, едешь на машине, там, снег, короче, и потом вместо того, что ты едешь на дороге, ты видишь просто картинка по жизни, типа, то, что там... А раньше... я думаю, как, типа, тип идет по улице, там много людей, все там этот, там, показывают картину, как кто-то там с детьми играется, кто-то с теми, и он идет, кому-то обращается, и, типа, та, ебись, типа, и он, типа, идет, и неужели я бесполезный? Прикольно. Ладно, let's go, дальше.
вкусная, кстати. Хочет палец взглядом меня всегда. Я смущаюсь, сказать, как себя вести. Не планировал тебя с ума свести. 300 км час, куда тебя вести. Челы позади, я чую их зависть. И не дает двигаться вперед жадность. Я могу врать, я могу сентиментально. Музыка, студия, моя реальность. Я больше ничего не делаю, только пишу треки и играю в NBA. То, как я их вашу, я никогда не буду больше бедным NBA. Double M, baby, сказал, иди купи что-нибудь, ты хотел бы быть, yeah. Отправил альбом чуть меньше, чем за 52, но все равно я сказал, yeah. Победа. Рэперы хотят так же, но не-а. Начал писаться в закат, просидел до рассвета. Не могу жить без тебя, музыки и надо. Хочет палец взглядом меня съедает. Я смущаюсь, хотя как себя вести. Не планировал тебя с ума свести. 300 км час, куда тебя вести. Челы позади, я чую их зависть. Им не дает двигаться вперед жадно. Я могу в разъеб, могу в сентиментальность. Музыка, студия, моя реальность. Я больше ничего не делаю, так и пишу треки и играю в NBA. То, как я их вашу, я никогда не буду больше бедным NBA. Double M, baby, сказал, иди купи что-нибудь, ты хотел бы быть, ей. Отправил альбом чуть меньше, чем за 52, но все равно я сказал, ей. Сядва. А нахуй он показал 52? Бля, меня не знаю, мне пока намного больше, чем 0.5 зашло. Вот. Я верю, ты же без лирикса смотрим. Бля, нахуй он показал 52? Тут не было 52. Есть же, хрен, так я видел, там есть. Не, ну тут нет. Не, в этом треке нет, да. Короче, Кристина будет, но не сегодня, не завтра. Кристина сейчас на работе. Здорово, лоу. Здорово, Макс. Здорово, скейтер. Наркозики. Ван Тушенко, Кирилл, здорово. Так, на YouTube видос реакт выйдет? Конечно, конечно. Все, что мы записываем на стримах, все на YouTube будет. Никогда не буду бедным. NBA, это типа рэпер такой. NBA Young Boy Never Broke. NBA Never Broke, Young Boy Never Broke Again. У меня даже есть типа на трек, который мы записали. А я думаю, откуда я это слышу? Ты сейчас именно твоим голосом, ты говоришь, Young Boy Never Broke Again. Да, мы, короче... Есть на канале вообще, да? Есть на канале, да. Да, у нас на канале, записали трек, у меня тоже панчлайн с этим. Да. И там Беха поет, Young Boy Never Broke Again, поэтому... Да, как ему, как не знать. That boy never broke again. Да, я тоже так это помню. I'm home again. That boy never broke again. Да, послушай это там. Отсылку, кстати, на Убека не услышал. Я увидел только 52. Отсылка была на 52. Отправил альбом чуть меньше, чем за 52. Но все равно я сказал ей. Понятно. Ладно, понятно. А как вообще, кто сейчас на стриме? Вам тоже этот альбом больше зашел, чем 0.5? Потому что нам пока реально... Алина писала, что ему 0.5 больше зашел. Да, по гром, грома. Алина ему. Ага, хорошо. О, мне такие биты очень нравятся. Отказ? Sorry. Я работал и сказал твое имя бабла, опять не подкачал скелет. Я знаком с Лил Май, она мне далась, чё это так по секрету. Я живу эту жизнь, что другие хотят, но им не по бюджету. Таких как я давно поглотил тьма, но мы тянемся к свету. Я работал весь год, твое имя бабла, опять не подкачал скелет. Я знаком с Лил Май, она мне далась, чё это так по секрету. Я живу эту жизнь, что другие хотят, но им не по бюджету. Таких как я давно поглотил тьма, но мы тянемся к свету. Я работал весь год, твое имя бабла, да я работал. Да мой кошель размером, как и духа облак. Он тебе слово, да я уже даже не распускаю рук. Я даю бездыслово, выхожу на сцену громко, кричу фиду. Ведь он меня создал. Да я записал пиздец, какой нежный хиток. И звуку растрогал, я не могу записать с фактбоем фиток. Мы начинали с братишкой, как и все снизу. Сейчас мне планируют тур по Америке, бро. Германию. Катаюсь по Санкт-Петербургу. Все эти рэперы пидоры на одно лицо, будто сосали друг друга. Я не могу слушать все это, не тру ощущение, будто трачу время впустую. Настоящий рэп, заклинание в микро, и сейчас их костер. Я работал весь год, твое имя бабла, опять не подкачал секрету. Я знаком с Лил Май, она мне далась, чё это так по секрету. Да, я живу эту жизнь, что другие хотят, но им не по бюджету. Таких как я давно поглотил тьма, но мы тянемся к свету. Да, я работал весь год, твое имя бабла, опять не подкачал секрету. Да, я знаком с Лил Май, она мне далась, чё это так по секрету. Да, я живу эту жизнь, что другие хотят, но им не по бюджету. Таких, как я, давно поглотил тьма, но мы тянемся к свету.
Бля, я думаю, все. Я живу так ловить момент. Да, пор смотрели с клипом. Бля, мне этот трек, бит вообще сразу сказал, мне нравятся такие биты. Бля, охуенно, мне типа бит очень зашло. Не скажу, что прям он охуенно летел, типа, но мне очень. Мне тут нравится атмосферно было очень. Расстроение, блядь, что несу. Я тоже хотел сказать. Построение трека. Да, очень, очень хорошо сделано построение треков, реально. Типа там было вначале плюс-минус похожие треки, потом вообще другой вайб, любовный какой-то ушел, потом какой-то грустный, потом... Опять разгоняет сейчас, типа, да, то есть качает по эмоциям, заебись, построение сильное. Так, я не могу сказать, альбом 8 из 10, я не могу, Кирилл пишет, я не могу сказать, что лучше, если честно, и то нравится, надо больше времени, чтобы понять. Алина, ну МБ просто 0.5 я уже прослушал пару раз, и поэтому зашел больше, но тут пока только с Токсисом фит норм. 1.0 как будто посвежее. Порш с клипом смотрели, да. В середине этого альбома тоже будет по-другому и до конца. Ну, заебись. Пока охуенно, пока реально намного сильнее, типа, я считаю, потому что реально и треков очень хорошо, типа, расположены. Блин, хотел сказать, телефон не положить туда, потому что если эта хуйня выключается, уже комп перезагружается, все нахуй. Ну, пытаюсь если, не... Да, если не падает. Все, вы полетели дальше. Бля, этот продюсер нужно смотреть, если у него есть там на Ютубе тоже. Что-то прикольно будет. Хорошо. Когда уже фиточки? О, нет. Ебать. Это Лил Кристова сюда. Это для Егора Крида? Ты уже не моя, ты всю жизнь протусила. Пока я был на стул, со мной была тусина. Эту даму нечем крыть, как бы не хотел сильно. Сука, все эти треки о тебе, поэтому и джазик ванилька. Поэтому джазик ванилька. Я в тебя влюблен, ты выглядишь. 2-0-2-3, да мы делаем сильно. Знаешь, текст наизусть, он типа гимн. Три башки на мне, как будто я хитро. Рыжие на мне, я двигаюсь хитро. Быстрые деньги, они словно спидра. Фрешманы стреляют, но это мимо. Уже быть, чтоб тебя забыть. Я не могу. Ой, блядь. Как вороны. Хиток. Это снова мы. Тикток. Это снова мы. Блин, в системе дом взломанный. Нахуй жампу, люблю жирные головы. Так у тебя брака, если ты сопами. Твой рэп мусор, то нравится с копами. Может быть, чтоб тебя забыть. Я не могу, не могу тебя забыть. I'm rocking Rick Owens, I'm rocking Ali. Вокруг тебя так много фальшивых лиц. Я не понимаю, будто это блиц. I fly with the birds. I fly with the птиц. Заебала фанта, she drinking my kiss. Я сказал, суки, не уходи. 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 Давай, не надо. Мы не такие. Но мы не такие, мы такие. Ну чё, офигеет там совсем? Ладно, сейчас. Эту даму нечем крыть. И как убить любовь мою. Короче, когда начался трек, я такой, не, это сэмпл, это что-то к Лил Кристову, когда вот эта женщина поет, а в итоге это вообще, походу, не женщина поет. Бля, охуенно, типа, продакшн, вообще не ожидал такой, типа, такой бит. В каком-то моменте я реально тоже думал, это сейчас клубная хуйня, не может быть таком альбоме такой вайб. Очень прикольно было сделано бит, и перепев охуенно с Токсиком. Мне нравится, мне нравится момент там, где хиток, это снова мы. Итог, снова мы. И, блядь, самое пиздатое, вот что я люблю в фитах, как я говорил уже когда-то, когда артисты совместно работают, не когда один там пропел, потом второй пропел, а когда здесь вот было четко, что за шипение пошло, здесь вот было четко, все, забей. Это из-за телефона. Ага. Короче, здесь было четко,
Они типа совместно строчку Буда, строчку Токсис. Причем и Буда, и Токсис меняли... Да, блядь. И Буда, и Токсис меняли голоса. Буда высокий голос, потом низкий. Токсис высокий, низкий. И там строчка тот. И вместе это звучит пиздато. Вот такой я люблю на фитах. А не просто там, типа, куплет ради того, чтобы быть на фите. Да, кто на продакшене, но этот билд пить реально надстроен именно для них. Типа, это не то, что там ты просто нашел бит, купил, типа, все. Ну, еще написали, что сэмпл типа с трека Егор Крида. Он же вначале, это Егор Крид. Мне послышалось, это для Егор Крида. Короче, эту хуйню где положить? Сейчас я боюсь этот двигать. Потому что, блядь, если отходит интерфейс, все. О, заебись. Все, погнали дальше. Ебать. Опа. Опа, пошел уже, да там покрутил. Родился, но не могу сказать, что я счастлив. Твой любимый снега. Так странно. Родился, но не могу сказать, что я счастлив. Так страстно. Целовала раньше, но видно, чувства погасли. Скажи, что гоню, или я реально разучился чувствовать. Курю с чего типа бредно, я даже не ловлю грустно. Можешь заглянуть в меня, знать, что там пусто. Сердце не живое, это просто орган, это просто мускул. Как для кого-то это просто музыка. Я говорю грязь, для кого-то это мусорка. Бэйби, чуть подрастешь, твой круг общения тоже суетится. Я говорю грязь и правду, мой раб это улица. Я сейчас чуть счастливее, потому что пишу. Но знаю же, еду домой, слушаю демку в такси и грущу. Порой кажется, что все нашел, порой кажется ищу. Да, особенно на таких знающих тысячу. Так странно. Вроде все, но не могу сказать, что я счастлив. Так страстно. Целовала раньше, но видно, чувства погасли. Скажи, что гоню, или я реально разучился чувствовать. Курю с чего типа бледно, я даже не ловлю грустно. Можешь заглянуть в меня, знать, что там пусто. Сердце не живое, это просто орган, это просто мускул. Этот лирик трек мне не зашел. Мне тоже не зашел, вообще не словил вайб трека, типа. Плюс... Похоже был, типа, по типа стайлу. А тот же там 2-3 трека назад. Но, блин, тогда очень атмосферно было и интереснее. Да, причем он длиннее был. Ну, тот трек, типа, чем этот. Но тут я вообще не словил вайб. Плюс. Простой инструментал, типа текст. Да, этот трек мимо. Хотя была до этого лирика намного сильнее, чем это. Значит, погнали дальше. Как просто пойти, Господи, я не врубаюсь. Как перестать грешить, я реально каюсь. Как заглушить боль, бля, я реально маюсь. Куда нынче все движется, бля, я реально боюсь. Стыдно показать себя сам, стыдно показать себя слабым, стыдно показать себя слабым, стыдно показать себя слабым. Мне так лицо, этот мат близит дафл. Я за каждый трек просто поставь на шафл. Проблемы вдохновляют на моем уме лишь травл. Я реально стелю грязь белую, это не мамл.
Мало стало планеты, я хочу за пределы. Руби его любой трючок и басы запердели. Я сейчас в твоем городе курю, не в самом лучшем отеле. Рэперы в треке, суперзвезды, при этом броки на дело. Сейчас 3:35, лягу в день 8:05, yeah. Лето пролетело опять, и снова гребаная осень, yeah. Ох, на сезон будем сиять, yeah. Мы это любим очень, yeah. Я потратил столько бессонных значений, чтобы скилл был отточен, yeah. Как просто пойти или спать, я не врубаюсь. Как перестать грешить, я реально каюсь. Как заглушить боль, бля, я реально маюсь. Куда нынче все движется, бля, я реально боюсь. Стыдно показать тебе славу, стыдно показать тебе славу, стыдно показать тебе славу, стыдно показать тебе славу. Чуть-чуть раньше нажми. Да. Этот трек тоже не очень мне зашел. Нет, тоже лично мне он, да, не залетел. Но он прикольный, но мне не залетел. Вот пишет, допустим, Кирилл Вантушенко, что балдеж трек. Mm. Привет, Backfire, кстати. Привет. Но ничего сказать, если честно. Просто слушаем дальше. Да, но, блин, типа, уже, ну, два трека, типа, вот этот предыдущий, это, типа, немножко, типа, сломали, типа, вайп, блядь, это... Шкаф меня заебал. О, наконец-то. 30 минут. Примерно. Согласен, чуть-чуть куда-то мимо эти два трека. Лично, он даже сам съел два трека сидит. Или нет, только что он, ему понравился этот трек. Ладно, вот это. Питер бандитский, Москва воровская, Маяковская, Тверская, кухня запись, жизнь как куплет осай, каждый день курить бросай. Кто вы все такие, я вас не знаю. Пула в рюшках, и в нас нет отгончения, этого не догоняют. Братья готов взять, готов взять, но этого не одобряю. У меня другие деньги и другие связи, но я это не оглашаю. 7252 не просто цифры. Со мной большие дяди, это не мелкие барыги. Со мной магнум и глоки, это братья, это твизи. Пошел нахуй табак, я кручу опов эти сплифы. Мешаю его со стики. Полом стик, да чё там на всех братьях стики. Я читаю стих, сука, ко мне липнет. На мне 2000, сук, называй меня Джипси. Мои карманы полны, будто я делаю присед. Ты не зазвучишь, как я, даже если поставишь мой присед. У меня фаны везде, даже в самой жопе миру ждут мой привет. Легкие деньги, я сегодня за пулем, а придал видео, привет. Питер бандит, Москва воровская, Маяковская, Тверская. Кухня запись, жизнь как куплет осай, yeah. Каждый день курить бросай. Кто вы все такие, я вас не знаю. Пула в рюшках, и в нас нет отгончения, этого не догоняют. Братья готов взять, готов взять, но этого не одобряю. У меня другие деньги и другие связи, но я это не оглашаю. Ношу ручки, по мне точно скажешь, я на чизу. Когда курю, не пытайся тянуть руки к моему кнопу. Если грязь на моем пути, то я ее просто смету. Видишь кубики, это брики, мы всегда качки к лету. Мы знаем все эти приемы, как мастер. Крышу пятак на пятак, сверху добавляю. Сейчас я скручу косяк размером рога. Питер бандитский, будь аккуратней. Всегда что-то делали, чтобы в руках были деньги. Моя панама скрывает мои вечно опухшие веки. Оставили след в истории, как оставляют след йети. Вы уже взрослые парни, но ведете себя как дети. Питер бандитский, Москва воровская, Маяковская, Тверская. Кухня запись, жизнь как куплет осай, yeah. Каждый день курить бросай.
Кто вы все такие, я вас не знаю. Пула зарюшка, и в нас не догоняю, этого не догоняют. Братья готов взять, готов взять, но этого не одобряю. У меня другие деньги и другие связи, но я это не оглашаю. Я увидел уже по комментам, что Глоки 52, и я вообще такого не знаю. Кстати, я думал, Friendly Tag будет, раз он там Питер, потом 52. Если бы Friendly Tag, он не будет в таком же стиле, он даже типа рифмовал как, так же, как будет, типа там последнее слово там тянул. Кстати, я заметил, у него в всех треках очень типа, даже на бэк-вокале есть разные эффекты на каждый, там, ad-lib, что-то типа, очень детализированная работа. Но... И все. Ну, Будда здесь охуенно сделал. Будда мне охуенно понравилось было. Очень сильно, но вот, Воки вообще хуйню. Он же сам в этом же треке сказал, типа, не будешь... Вы не сделаете даже с моим пресетом. Да, но, блядь, типа, чел пришел на его трек, и, типа, рифмует так же, типа, Друяна, типа, так же хотел рифмовать, да, но, блядь, в чем прикол вообще. Ладно, ну, поэтому... да, Воки тут чуть подосрал. Ну, вообще, перепев нормально, Будда нормально вообще. Воки, руина, как будто, кринж-куплет и плохой от Глоки, но Будда тут царь по сравнению с Глоки. Следующий трек зайдет, думаю, вам. Надеюсь, что погнали. Да этот трек бы мне зашел, Глоки только его испортил. Стоя на маму, тратима, спасибо всем мамам, как сыновей называю братьями. На улице холод моей реальности, только ты согреваешь меня своими объятиями. На улице всю жизнь малая, поэтому все мои драги примерно одно и то же тематики. Мне нравятся только рыжие, бейба, либо спышь на башку, а как у Айки. Со старчик легендарики, делаю налегке, вы и себя даете. Живу этим дерьмом, а вы просто играете. Прощай жизни радостно. Раньше за бабки делали гадость. Слава богу, хоть стрельнули не к старости. На мне ша футболочка Маджелла и весь лук под паулям. А они все такие, как толк. У меня с братишечкой проблема. Мы знакомы под 7 лет, но он ведет себя как фанат. Псевдо МС может сделать мясо, но не от души, поэтому он полуфабрикат. Я конкретно слять пацанчик. В тысячный раз скажу фиду Галафри Янг Дог. Ты знаешь меня лишь со стороны. Ты не вникаешь в сон. На Машу Юрко подписан сам чертов трек. Я знаю плохой сон. Мой бро нашел спасение в Боге. Не важно кто там, Аллах или Иисус. Я готов потратить на тебя прям сейчас все бабки. Мамуля, ведь ты мой главный ресурс. Мамуля святая, на маму тратим. Спасибо всем мамам, чьих сыновей называю братьями. На улице холод моей реальности. Только ты согреваешь меня своими объятиями. На улице всю жизнь малая, поэтому все мои треки примерно одно и то же тематики. Мне нравятся только рыжие, бейба, либо спешно башку, как маленький. Взял себе оружие, один магаз дома, один бардачок. Старчик легендарите, делаю налегке, вы себе даете. Я живу этим дебом, вы проще не делаете. Взял себе оружие, один магаз дома, один бардачок, фольксваген. Мы проще жизни радостно, раньше за бабки делали гадости. Слава богу, стрелял хоть и к старости. Взял себе оружие, один магаз дома, один в бардачке фольксвагена. Мы росли на улице, на блоке школы и детские садики. Азуль. По праздникам воздушные шарики. У меня много шмоток, много разных 100 наундов. Мы уже выросли, но товарищ мне пишет из лагеря. Нахуй грязь, я кайфую от запаха ладана. В треках они бандиты, а чё ты тогда без мандама? Катаюсь в городе, пить мы родители, мы были молоды. Нам хотелось ускориться, мы все работали. И нам хотелось уволиться. Поднял райончик, я та самая белая молния. Кайфую с трека, зашейте мне ноздри. В кармане четверть миллиона, потрачу сегодня. Я коплю ща на квартиру, ебать сколько стоит. Я хочу три комнаты, недвижимость ебаная. Мамуля святая, на маму тратим. Спасибо всем мамам, чьих сыновей называю братьями. На улице холод моей реальности. Только ты согреваешь меня своими объятиями. На улице все желаю, поэтому все мои драги примерно одна и то же тематики. Мне нравятся только рыжие, бейба. Либо скучно башкой, как у Айки. Взял себе оружие, один магаз дома, один в бардачке фольксвагена. Старчик легендарите, делаю налегке, чтобы себе
дай наёмщик. Чего этим дерьмом, вы просто играете. Мы росли на улице, на блоге школы и детские садики. По праздникам воздушные шарики. Раньше за бабки делали гадости. Слава богу, стрельнули хоть не к старости. Не, это мясо, нахуй. Это мясо, пиздец. Это охуенный трек. Блин, кто написал до этого, что? Кирилл Антушенко. Бля, охуенно. Вообще сразу мелодия мне не нравилась, но я типа не хотел ничего типа делать. Бля, да охуенно, типа реально в середине я не знал, что там Френ и так будет, не, типа. Это... И я думал, бля, ну пожалуйста, что трек не закончится, и потом Френ и так тебя вообще... Бля, типа, так он еще так видел, как вошел? Он типа да, там да, отдаленный да. голос Френ и так. И Будда еще наваливают да. на фоне этого, и это в совокупности это так звучало, это пиздец, у меня аж мурашки пиздец, по ногам да. пошли. Я сижу, типа, что-то там, Френдли так на фоне, та-та-та, и Будда там наваливают, и потом Френдли так в своем фирменном стиле. Вот как надо влетать на фит. Бля, реально. Стиль бог. Будды, и Френдли так показывает свой стиль, свой. Да, не, да, он да. не пытается копировать, он не пытается сделать как Будда. Он на своем стиле под такой бит влетел, пиздец. Вообще пуля. Это, кстати, интереснее всего, что это совмещение типа West Coast да. и New Jazz, но вообще новое было, это охуенно мясо, было, очень прикольно. Только все равно, как будто голос Френдли так тише был. Даже когда вот перепев Будда начинался, опять типа Будда был громче, не знаю чего. На припеве, да, на куплете так уже нормальный голос. Не он же там отдаленный, тише да, был. Да, ну не знаю, мне уже оказалось, не, я уже добавил звук немножко. А трек-то идет 4 минуты и не душит вообще. Вообще не заметил, вообще не заметил. Охуенный трек. Бля, он так шел охуенно, а потом еще Френдли так, это вообще бля, пиздец, это добил нахуй. Хорошо, это очень сильно. Было. Ладно, летим дальше. Бля, вот сейчас этим альбомом недоволен, а вот пох вообще 0.5, бля, типа, мы реально недовольны были. И ты, кстати, сказал, что типа это может, или типа на очень буду сказать, что это может быть перед релиз, типа. Нет, на кого, по-моему, на кого-то другого. На кого-то другой, но, бля, типа, мы не угадали, что будет, типа, еще один альбом. Но, бля, вот этот я реально доволен, нормально вообще. А может и на Буду я сказал. Не помню, короче. На кого-то я сказал да, я точно, помню. Что, возможно, это какая-то, типа, не настоящий альбом. А, ты на Обла, может, сказал? Да пох вообще. Не важно. Пох вообще. Пох вообще, да. В Next будет Magnum Opus MB, знаете. Он сильно делает, но в этом треке разочаровал. Советую, кстати, послушать Magnum Opus как-нибудь. Кстати, и... спасибо Криль, который не написал, что там будет френдли так. Да, да, не надо вот сейчас полить. Да, не пишите вообще, кто там. Мы специально слушаем и не знаем. Да, да, это прикольно было очень. Поэтому, чё, летим дальше, блядь. Был охуенный трек, летим да, дальше, да. Погнали. Блядь, как этого трека пройти, я не знаю. Так много водички там не, что дружит зон. Так много ты рубля, я стану где-то. И проебал. И проебал, там собака пришла. Это сейчас был бар на простужину. Холодное лето, мы северный регион. Если играем, то пишите визион. Столько на грязь, но еще не зависим от этой хуйни относительно. Первые стада ты вычистил носителем. Мне нужны знаки, пока только лишь попросить. Мой кореш великий мститель, быть может тебе легко сообразить. Ох, я знаю, что прав, их аргументы рассыпались на глазах. Ей предупреждал Минздрав, это отрава людям нельзя. Я буду выпускать свою музыку, пока не накоплю на особняк. Я давно хоть не погостника по улице, ваши не мужики, типа готовы нам противостоять. Чемпион, чапа хорошо укипирован. Солнце окно не проходит, ведь 360 за тренировок. Моя банда это легион. Могу я, мы разъебем любой регион. Лапика Пикачу, начальник по покемон. Танцевает ветер, я вместе с ним в унисон. Ты до сих пор не услышал меня. Останусь таким же. Я не буду ничем менять. Я не попадаю в ноды. Но попадаем в сердце. Свобода слова всем артистам. Хочу, чтоб оно летело как птица. Опаздываем. Опаздываем очень сильно. А, он сейчас опаздывает?
Ну я бы не сказал, что Магнус сделал плохо. Не, нормально, кстати. Магнус Опиум его зовут. Я сам не знаю, кто это вообще, если честно. Магнум Опус. Магнум Опус. Бля, это что-то знакомое слово вообще. Что это значит, сука? Что это значит, сука? Не, ты, кстати, проебал, там прикольная собака пришла. Я проебал, да, потому что пишет, что мы опаздываем. Альбики его послушайте, охуеть. Да, бля, и так времени не хватает всех слушать, что новый выходит. Мы еще Кристи не слушали, мы еще Наймайса не слушали, мы еще Скриптонита с прошлой недели не слушали. Бля, скриптонит. Так, let's go дальше. Может, собака еще придет, то я проебал. Там. Мне очень зашло этот трек. А мне эксперимент, который не зашел. Мне очень зашел. Какой-то вообще непонятный. Странный эксперимент, да. Мне очень зашло. Типа, вайб очень хороший был. Прям такой, как... Не знаю, как вообще... Мне... Странно описать, как, что я чувствовал. Ну, бля, охуенно, мне очень зашло. Я бы не сказал, что мне совсем не зашло. Ну, просто немного не то не, для меня. Не, перепев разъеб вообще. Yeah. Мне очень зашел этот трек. Есть yeah. что-то в нем такое интересное, yeah. но надо, наверное, еще пару раз мне послушать, mm. и тогда зайдет. Ладно. Так, let's go дальше. Так они будут играть? Нет, там еще Никита опаздывает. А, ну все, сами успей. Знаю, что когда грущу, ты это чувствуешь. Знаю. Принтер не мобас, только фэкс. Не мелочь, ни копейки, только рекс. Чуть сгрустнул, как оплатил текст. Никаких чувств, малая, только секс. Вроде атеист, но спасибо Богу за блесс. Опять навалил грязи на бит, я left a mess. Малой наделал хуйни, боже, во что ж ты влез. И жестко постарел за этот год, но мне сказывается стресс. Тело меня нежно, когда не видит никто. Я понял ляму и понял, что деньги ничто. У меня проблемы с башкой, это очевидно. Эти типы ведут себя словно они bitches. Только наверх, on my way to the riches. You dig what I'm saying, we keep going on. Если я сейчас стану на свои бабки, даже баскетболист сравнение будет к дождь. Я выступаю, то летаю дрожжи, ведь воспринимаю сцену как корт. Нервы натянуты, как струны на гитаре. Сейчас играю нотный аккорд. Ни принтер, ни мобас, только фэкс. Ни мелочь, ни копейки, только рекс. Чет-чет сгрустнул, как оплатил текст. Никаких чувств, малая, только секс. Вроде атеист, но спасибо Богу за блесс. Опять навалил грязи на бит, я left a mess.
мало наделал хуйни. Боже, во что ж ты влез? И жестко постарел за этот год, но мне сказывается стресс. Короче, охуенный бит, мне такой бит нравится, но как будто его Будда реализовал слабенько. Единственный момент, не очень, когда он разогнался, да, там, да, вот да. Тот момент мне очень понравился. Так... Но все равно прикольно, что в этом альбоме, блин, да, типа, сколько там новых экспериментов вообще, типа... И... Тот альбом был как одна сплошная песня. Да, да, они, типа, все очень похожи, тут вообще отличается сильно, блин, типа, реально 40 минут, 45 минут с кайфом слушаем, типа, вообще... Ну, я тоже, типа, скажу, что не очень прям слетит, но, блядь... Респект за эксперимент, типа, да. И в прошлом треке мне очень зашло вайб, в этом не очень. Некоторые лиричные треки Будды слишком однотипные и стандартные какие-то, поэтому не нравится лирика. Иногда, когда экспериментируют лирики, то сразу интересно звучит имха. Но вот из лирики мне нравится «Скучаю, но работаю», пиздец, охуенный альбом. Да, да. Нам зашел, хотя многим, как всегда, не зашел. Но тут есть сильные треки лирические, но тот прошлый не очень, и этот... Чуть не дожал, как будто где-то. Mm. Прикольный бит, прикольный эксперимент был. Но причем даже на бит можно было больше делать. Там, питал, да, и добавить потом еще во второй еще... части. Я ждал, что сейчас... Опять поменять драмы обратно. Типа он же поменял, типа, средние там драмы. Ну, было бы прикольно. Сколько там осталось, не знаю, но... Меня не любят дома, у меня проблем по горло. И среди толпы народа мне все равно одиноко. Я не хочу просыпаться каждое утро, ай. 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 Больно внутри, я заполняю ядом нутро, ай. Студийный джанки не заметил уже утро, ай. Делаем лобос легко, мне даже стало скучно, лям. Просто 200 пятаков, так считаю суммы, yeah. Бумага так танцует, будто она шлюха, ай. Я кинул антидепрессант, чтоб понемели чувства, ай. Прославил я на глазах у толпы, да это жутко, ай. Два бонга натащат, скоро останусь без желудка, ай. Я жду и слил, да это грубо, ай. Холодный флоу, как стужа, ай. Я пришел в рэп за деньгами, мне не нужна дружба, ай. Счастливый во снах, ничего не проснулся. Садясь эту суку, кончаю внутрь, мне похуй, что с ней потом будет, ай. Любишь с ублюдка, ты знаешь, что это кончается, все еще хуже, ай. Ты просто бегун, но я не все твои парни. Больная шлюха, ты, ай. Хочешь заехать ко мне пососать и базарить, что ей это нужно, ай. Я не могу отказать ей, дай мне все это больше, чем дружба, да. Мешаю я соду, я вода малая, да я занимаюсь наукой, ну. Мне было грустно, когда я был броком, деньгами становится лучше, uh-huh. Раньше я думал, что дело бабосное, деньги становятся круче. Прохлабанный еле идут. Она стоит как 15 военников минимум. Ревера как рейсинг, мы продихали. Пришли ее на лики, хотя катали на харде. Еще в этой суке амовки бурят, мне похуй, что там потом будет. Мое сердце не содержит гнев, но знаю, что оно и не забурит. Я не знаю, зачем вам это, не вижу ни смысла, ни сути. Работаю, пока другие спят, мой мозг что-то разбурит. Я не хочу просыпаться каждое утро, ай. 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 Больно внутри, я заполняю ядом нутро, ай. Студийный джанки не заметил уже утро, ай. Делаем лобос легко, мне даже стало скучно, лям. Просто 200 пятаков, так считаю сумму. Это был Плотина. О, хорош, хорош. Я хотел спросить первый вопрос. Да, да. Я думал, сначала ты купил, потом... Платина. Понял, что это... Платина. Платина. Да. Нормально, ход тоже хороший. А что, по-английски же платинум. Ну да, а что я неправильно говорю? Ты платина говоришь. Не знаю, ну, блядь, платина, ладно. Нормально, типа... Первый, второй куплет будет, не больше. У него два куплета, по-моему, был. Но вообще первая половина, типа, трека или там... 2-3 этого последнего часа трека, блин, математика пошла. Хороший трек, но, знаешь, что я скажу, мне почему-то, ну, наверное, тоже, потому что много раз уже послушал, единственный трек, который я добавил с прошлого альбома, это как раз фит с Платиной. Mm-hmm.
Лейтенант Джанкинан и Конверс, что-то там. Залетел в ротовую полость, ей шлюха. Мне тот трек больше нравится. Потому что я уже его, наверное, переслушал несколько раз. И тот фит с платиной Спок вообще 0.5 мне больше зашел. Так, Бобер сделал платину. Let's go. Просто платина — это вообще другое слово. Да-да-да, я кажется. Я же когда-то даже это мемом вставлял в видос. Да-да-да. Погнали, да. Но я не хочу вовсе, меня не знают. Эти стиковы на инструментал. Я положил голос, тот самый нежный буду, которого ты любишь, и она любит тоже. Жестко, как мы смотрим глаза, берем друг друга, продолжаем себя отмазать. Нами быть ходим вокруг, такие разные. Ты по шмоткам, я больше по звуку. До сих пор в ахуе, зачем я влюбился в эту суку. Fucking face, when I'm rich, не разборчив в теле. Жестко, как смотрим в глаза друг другу, врём, хотя давно уже дисконнект. Хочу прямо сейчас, сука. Я всегда несчастлив, сука. Куда лечь издаться? Baby, ты моя слабость. Baby, ты моё горе, радость. Я хочу с тобой грязь. Гадость. Не удивлюсь, если половина рэперы будет сейчас песня любви, ведь им больше ничего не осталось. Я хочу с тобой грязь, гадость. Не удивлюсь, если половина рэперы будет сейчас петь о любви, тем больше ничего не осталось. Не удивлюсь, если услышу, что ты с ним осталась. Не удивлюсь, если рассталась. Не удивлюсь, если не знаешь, сколько я пил о тебе, сука, блядь, чёрт не копал. Не удивлюсь, если всегда знал и на слово дал, а только умываемся пару-пару. Хочу прямо сейчас, сука. Я всегда несчастлив, сука. Куда легче сдаться? Baby, ты моя слабость. Baby, ты моё горе, радость. Я хочу с тобой грязь, гадость. Рядом с тобой спокойствие, нет ярость. Baby, ты во мне сохнешь, но влажность. Он еще, Будда нашел отличный концепт, где записывают реакцию на свою музыку. Реакция уже Будды на пох вообще. Но мясо, бит вообще мясо было, очень прикольно было сделано. Я в моменте не понял, куда драмы ушли, они там что-то... Думаю, сейчас как увеличились, а потом они исчезли вообще. Не, прикольно, вообще типа, хорошо, что типа, ну, нью-джаз типа уже... Хотя это типа как будто новый звук на, да, русской музыке. Да, да. Но он добавляет свою фишку в этот, и, типа, но в этом альбоме. На похвощае 0.5 вообще типа. Там все было все. Да. Но тут реально есть разнообразие. Есть типа он прям свою стилистику добавит в треки. И поэтому вообще респект реально. Да, тут много экспериментов, много треков, при этом много экспериментов, поэтому да. Круто. Что там написали? Не сказать, что это там трек пиздец зашел, но он добавляет другую вообще, да, энергию, и это заебись. Здорово, Дяко. Здорово, Дяко. Без зави, я против этого, без зави. На вашу тусовку, не зави. Витами не подниму, призовы. Бро, без зави, твоя малая на вызови. Хочет быть со мной, в принципе. Она забывает принципы. Забывает обо всем. Без обид, не обид, сух. Твой рэп помогает мне уснуть. Что еще входит в спектр услуг? Принесите мне миллион. Без обид, в этом суть. Деньги на мне, с ними и танцую. На тебе хейт, это предсказуемо. Это предсказуемо. Не обижусь, не обижайся, но мне нравится делать больно. Проверю хуя, если бы не Тёма, я бы сделал сольно.
Так много денег, я в них влюбился, хочу от них ребенка. Кристина угорает, говорит, я сам еще ребенок. Музыка жизнь, деньги лишь пол. Почувствуй мою любовь через провод. Почувствуй мою любовь через кросс. Жизнь череда черно-белых полос. Решил нести в нее фиолету. Я понимаю малышку от твоего. Не джинит, но у меня из тебя ничьё. Шея и запястье шани, это соблазняет ее. Твой чудок у нее на деньги возвращаются, как йо-йо. 2.3 был последний клуб шоу, я просто вышел, сказал йо-йо. Без обид, я в Пирене, я в Фаворе. Ненавижу рэперов, лучше бы их бать, окончил всю ночь презерватив. Я лишь начал, ты еще не слышал, как могу по-настоящему стрелить. Мой тебе совет, уйди с пути, ведь волос моет, ее не останови. Без обид, я против этого, без обид. На вашу тусовку не зови, ведь там я не подниму призовых. Бро, без обид, твоя малая на вызове. Хочет быть со мной, в принципе. Она забывает принципы. Без обид, не обессу. Твой рэп помогает мне уснуть. Что еще входит в спектр услуг? Без обид, в этом суть. Деньги на мне, с ними и танцую. На тебе хейт, это предсказуемо. Это предсказуемо. Да, строчка, если бы не Тёма сделал сольно, но она как будто дисреспектует моё. Ты такой, да похуй, типа, был бы, не был бы, все равно сам записал. Мне понравилось тут, ты говорил уже об этом, но сейчас я обратил на это внимание, на как они эдлибы и фоновые звуки работают, типа, детально обрабатывают. Вот когда моё говорит бро, оно сначала бро где-то в голове говорит, потом сзади, спереди и далеко. И оно так бро, 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 типа, настолько все прикольно... Не, это круто. Я, кстати, не заметил, что там был майот вообще. Майот начинал уже шире. Без обид. Вообще... Я тебе и показал, намекнул. Да я думал, типа, ты говоришь, вроде буду тоже. Нет, это майот был. Без обид. Ну тут он не был. Точно, сука. Без обид. Тут он не был как робот. Я просто тебе намекнул, ты же его так запомнил. Ну, они же часто вместе, поэтому там схожесть есть, или ну тут. Майот, правильно же был, напишите. Потому что он звучал как майот. Да, не устану повторять, как же люблю такого майота, да. Если бы не Тёма, сделал бы соль. А Тёма, майот, Тёма. Все, let's go. Решили этот. Вообще даже непонятно сейчас, сколько треков. Два трека остались? Два трека, видимо, да. Или один и потом посидит. И так будет до смерти. I just get the motherfucking glow. Yeah, это будет до смерти. I just get the motherfucking work. Yeah, это будет до смерти. I just get the motherfucking work. И так будет до моей смерти. Люди из прошлого зависти, мы поднялись. Звуки цепей попадают в рот, ты слушаешь камень. Я ползвезда, но один твой братан заменю на дешоль. Baby, я ползвезда, могу дать, о чем даже не мечтаешь. Хочу выстрелить, чему в экране. Пока все нормальные люди спят. Я на студии начальник. Другие MC делают свою работу плохо. Я на студии начальник. Другие MC делают свою работу плохо. И их никто не включает. Хуйтово, наверное. Здесь мой важно проебать, наверное. Думал, малой будет великим, а не будет осталось. Я курю и пишу хиты, не делаю паузу. Между курю без пляжа. You know I'm geeky, не common, не bleeding. Люди добрые, страшно, не до аптечка. I just get the motherfucking guap. Yeah, и так будет до смерти. I just get the motherfucking guap. Yeah, это будет до смерти. I just get the motherfucking guap. Yeah, это будет до смерти. I just get the motherfucking guap. Yeah, и так будет до моей смерти. Это все-таки последний был. Че, жалуется? А? Жалуется? Кто жалуется? Люди. Все, альбом все, по-моему. Да, да, да. Дай им. Дай им. Последний трек, блин. Подожди, я смотрю. Собака, блядь, там оставили, сука. Прикольно, у них тут миски для собаки. Там. Да, он там же живет. Уф, ебать.
Все, ладно, пока. Не, в общем, типа, реально, я очень доволен этого альбома. Как тебе «Аутро» сначала, скажи? Потому что как полноценно, как «Аутро» оно не звучало. Не-не, как «Аутро» не звучало. Не, но... Но построение альбома в целом было заебись. Охуенно, охуенно было. Эмоции погонял, эксперименты дал. Есть удачные, есть неудачные. Но в общем, конечно, оценочка где-то 8 крепкая, 8. Есть треки, которые отдельно Бэха надевал очки. Есть треки, которые я надел очки. Есть треки, которые мы совместно надели очки с Френдли Тагом. И это заебись, потому что на ПОК вообще 0.5 такого у нас не было. Ну тут реально 5-6 треков там минимум можно выбрать. Там Porsche, вот это с Френдли Тагом, там еще Гикаю там. Что-то там другое тоже делал. Я думаю, как ты дикая межах или что такое. Ну, в общем, типа, вообще, типа, не чувствовался. 22 трека, 55 минут, вообще не чувствовался. Вообще не устал. И, блядь, типа, когда такое удовольствие получаешь, типа, вообще тебе похуй. А сидим альбом там 30 минут, блядь, так задушено вообще, типа. И устаешь после этого. Устаемся вообще, пиздец. А так, когда с кайфом слушаешь, даже силы все еще есть. Мы бы сейчас с кайфом послушали бы еще и Кристину, и Наймайса, но, к сожалению, у нас планы. Сейчас мы идем на мафию, мы организовали мафию у нас в отеле сегодня. Кстати, возможно, запустим стрим, вы посмотрите, как мы играем мафию, может, кому-то будет интересно. На этом все. Подпишитесь обязательно на телеграм-канал, слушали мы Буду, потому что так голосовали. Я, допустим, голосовал за Лил Кристова, но выиграл Буда, поэтому переходите в телеграм-канал и голосуйте, чтобы слушали то, что хотите вы. Но ждите, будет и Лил Кристова. А какой так? Там... Будет и Наймайс. Что, кстати, за пацаны шутят, что там Янг так вышел из этой, из тюрьмы, там сделал... И тут же не было вообще никакой Янг. Так что ты пишешь Крия каждый раз, по-моему, это Крия каждый раз. Янг Трапа, наверное, написал. Там еще альбом Янг Трапа вышел, который умер. А, так, для меня альбом делится... Да не, он же раньше на написал, Дота, что там... После... А. Янг так вышел из тюрьмы, все так. Френдли. А, бля. Ну, вообще, да, но все равно там и после него идут эксперименты и так далее. Но, в общем, неважно. На этом все. Всем спасибо, кто был с нами на стриме. Спасибо всем, кто посмотрел это просто на Ютубе. Подписывайтесь на канал, на Телеграм, и мы будем дальше делать, пилить контент для вас. Всем спасибо, всем. И голосуйте, или по голосованию идем на следующий альбом. На голосование идем. А, ну, все. Заходите, голосуйте, все следующее. Наймайс или Лил Кристо. Всем пока. Пока.